Что будет с Элли и Татошкой в изумрудном городе? Пригласили узнать самых талантливых, самых одаренных детей. В спорте, в учебе, в общественной жизни они проявляли себя весь год. И сегодня они здесь. Я учусь на отлично, всегда принимаю конкурсы. Я учусь на одни пятерки, ни одной четверки вообще, ни одной двойки, ни одной тройки. На сцене премьера мюзикла «Новогоднее путешествие в изумрудный город». Артисты централизованной клубной системы взглянули на сказку по-новому. Здесь ведьмы разговаривают по скайпу, а все дела обсуждаются в социальных сетях. Элли и Татошка очень хотят попасть в сказку. Их услышала злая ведьма Гингема. Войны, двигатель прогресса, вот вам войны, голод, моры, катастрофы. От Гингемы звание самой злой колдуньи, я достойна. Элли с Татошкой оказались в сказке. А как теперь вернуться домой, знает только мудрый волшебник Гудвин. По пути в изумрудный город они встречают Страшилу, которому очень нужны мозги, дровосека без сердца и трусливого льва. Идем, идем, и песенку поем о том, как мы идем один-один, потом вдвоем, потом втроем, и нос мы всем утрем. Погрузиться в волшебный мир помогают и яркие костюмы, и спецэффекты. Герои то оказываются в поле подсолнухов, то переплывают в бурную реку, а потом и вовсе приходят на прием к голове волшебника. Гудвин обязательно исполнит все желания, но для этого нужно пройти много испытаний. И главное из них – победить злую колдунью Бастинду. Чем больше ваше зло, тем больше мне везло! На сцене торжествуют добро и справедливость, а подарки на этом не заканчиваются. Юных зрителей поздравляет глава города Андрей Гаранин. Я знаю, что здесь сидят дети, которые много трудились, не ленились, старались и хорошо учились, занимались спортом и раскрывали все свои таланты. Это правда? Вы все большие молодцы. Я всех поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю вам, чтобы все ваши желания, загаданные в новогоднюю ночь, обязательно сбылись. Какой Новый год без подарков? Глава города приготовил их для всех ребят в зале. На елку главы приглашены победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, призеры творческих и технических конкурсов, различных соревнований. Так, в этом году губкинские школьники одержали 250 спортивных побед на региональных, зональных и даже всероссийских стартах. Добрые сказки, добрый след удивляет много лет. Веру в правду и мечту дарит сказка. Елка главы традиционно проводится уже много лет и всегда открывает новогодний сезон. Первый спектакль прошел, но волшебная сказка для детей закончится еще не скоро. Зинаида Тупикова, Михаил Марков, новости Губкинского.